Здорово-здорово, дорогие друзья, с вами Булкин, добро пожаловать, между прочим, да, на серию по Сапчику. И мы продолжаем экспериментировать и устанавливать всякие ёбнутые моды, которые в том числе, кстати, присылаете и вы. Пока мы экспериментируем с модельками, но вот близится, мне кажется, дело, и наш уважаемый вот этот гражданин в очочках. Кстати, подождите, знаете, у меня вопрос какой, это вообще очки типа на скине или... Что за хуйня, блядь? Ёбаный рот. Ну такое, блядь, не, нахуй. Кстати, можно, не, надо не забывать, что можно же одевать всякую хуйню. Белая борода, не, это будет вообще пиздец полный, если я ее одену. Ну нет, это вся прическа херец. Кукуруза? Шо, блядь? Ну, блядь, хоть поем наконец за год первый раз, блядь, и выпью. Можно я выпью, блядь, немножечко? Ребят, так вот, давайте мы это посмотрим уже, что за мод. Я сейчас, блядь, не знаю еще. Ну, должно все пойти, конечно, по плану. Бутылка пиздится. Ну чё, пацаны? Повозка, блядь? Ёб твою налево. Блядь, ну вы чё, серьезно что ли? Я хоть... Нахуя здесь бензин, если здесь лошадь надо? Лошадь не хочешь, блядь, пивка глотнуть немножко? Блядь, какая... Сука, чё... Фух, всё, спокойно. Спокойно, друзья. Так, хорошо, тогда я сейчас Так чё, можно тогда над лошадь заправить, не? Пивком не хочешь, блядь, лошадка? Бля, вот было бы еще угарно, если бы она... А ее можно перевернуть? Бля, что-то лошадь жалко, да, немножко? Такое, блядь. Ладно, я сейчас заправлю транспорт. Придется на бокс трихуя. Хотя, в принципе, что, давайте бухнем по пивка, сядем в Порш. Ну, как всегда, собственно, что, блядь. Давай, пей там. До дна, давай сразу всю бутылку ебошь. Как надо вот доехать... Почему, кстати, можно вопрос? Почему он фиолетового цвета? Если что, трабант... Если кто знает, что это за машина, конечно. Просто мало ли. Ну, как бы задняя часть, точнее, от него. А перед это лошадь. Ну, так вот, давайте я все-таки уйду на паузу. Сейчас подзаправлю свой Инфернус. Мне надо кинуть здесь тогда это говно. И добежать пешком. Там вызвать другой транспорт. Ну, короче, вы понимаете, систему сейчас все будет. Друзья, ну я, как всегда, блядь, отличился умом и сообразительностью. И заспаунил нахуя непонятно в другом месте этот трабант. Если он мне нужен, блядь, ну как трабант? Повозочку нашу. Можно, пожалуйста, я теперь Чувак, я не знаю, что видит. Кстати, друзья, объясните мне одну вещь. Как меня постоянно находят? То есть, ну этого не может быть. Иногда, помните, самолеты, когда... Здорово, здорово. Они толкают Инфернус, но на самом деле это самое. На самом деле это не Инфернус, пацаны. Ну, как бы, вот, друзья, такая картина, блядь. Каждый день такое вижу, кстати говоря, если что. Так, надо ее дотолкать прям туда, куда надо. Она с этой стороны уже заправится, интересно. Ай, блядь. Чё, пацаны, повозочка, блядь. Заправится сейчас? Так, Фил. Жду серию ПРС-ки с дедушкой. Фига, чувак подписан на мой инстаграм. Там, между прочим, такая небольшой... Такая затравочка на ближайший видосик. Ну как на ближайший? Там сначала... Бля... Повозку достал. Чуваки... Я тут мод просто тестирую. Я один побуду в тачке. Ок. Ок. Просто, чтобы не обижались. Просто тут реально будем сидеть друг в друге. Давайте за мной, давайте за мной, давайте за мной. Пацаны! Это пиздец. Бля, жалко, знаете, я понимаю, что это чисто физически никак невозможно, блядь, чтобы лошадь тоже копытами нахуй ха-ха, первого лица, сука, в очко сейчас бы коню смотреть в 2К18. Блядь, это просто упоротость зашкаливает. Можно я чуваку драк предложу? Давай заедемся, давай заедемся. Там чуваки сидят друг в друге. Давай заедемся в ту сторону. Ну такое, блядь. Бля, ну не рулится нихуя. Чуваки, ну чё, гонка? Чья повозка, короче, чья лошадь питалась лучше? Сигналь. Гоу на третий гудок. По прямой. Пацаны, вы когда-нибудь видели дракрейсинг повозок? Блять, что за хуйня? Еще дождь ебошит, блять, это просто пиздец какой-то. Понял. Раз. Давай. Ебать! Сука! Что за ебланство вообще происходит? Я не понимаю. Блять, что это за. Бля, лошадь, рулись! Бля, почему это так смешно выглядит? Стоп, там еще на катках лошадь! Лошадь на катках, посмотрите!
Вы бы видели, что у меня происходит вообще. Происходит вообще. Ну это такое, вот реально, бля. Сказать, что ну такое, это ничего не скажет. Ёбаный телефон. Что такое огромный-то? Ай, бля. Вы когда-нибудь видели реально лошадь на катках, пацаны? Ну вот, теперь вы видели все. Бля, ну это пиздец какой-то. Что за свиноферма, блядь? В смысле... ну такое, блядь! Завтра увидим серию. Ну это да, это да. Блядь, тут мокро, конечно, пиздец. Конь-то ладно, потерпит. Это что за мужик стоит, блядь? Тихо-тихо, конь пизданулся немножко, подождите. Что он хочет, блядь? Ты что, ёбнутый координатор? Ты кто, блядь? Что это за мужик, блядь? Ты кто, блядь, мужик? Это чё за хуй? Чё за хуй вообще? Ты чё, блядь, слышь? Чё хуй тут мокнешь, стоишь в шлеме, блядь, координатор? Такое, блядь. Просто представьте, да, вот сейчас вот, в реальной жизни, блядь, подъезжают две повозки. Ебашь ему прямой, нахуй. Ща я бухну, подожди, чувак, ща. На, нахуй, сука, ты чё, блядь? Зубы. Булка и Рента, сзади встаньте. Сзади кого? Селфи? Ага, понял. Я бухать буду, если вы не против, вот так вот сзади. Заебись. Такое чисто. Так. Чё этот чел тут делает? Чё этот чел тут делает, пацаны? Я как бы не это, я пустую бутылку. Какой инвентарь? Нахуй мне пустые бутылки? Я ему сейчас въебал этому челу, бля, координатору дам. Сдать. Кому сдать, блядь? В магазинах 24 часа? Такое, бля, я выброшу. Продать, блядь! Подожди, стоп. Веди дилинг. Все, подождите, пацаны. Я, блядь, зарабатываю бабки как могу, поэтому можно? Ща. А, это... Такое, бля. Чё, пацаны? Бизнес, блядь? Жесткая хуйня, кстати, да? Нормально так? Бутылка за 10 баксов пустая, блядь. Ну чё, нормальная хуйня. Так, а чё у нас вообще по... Так, косячок. А чё с ним можно сделать? А, в смысле, блядь, всё? А как его заюзать нельзя никак? Ну ладно, блядь. Чё, пацаны, с Новым годом, блядь? Блядь. Ну пожрать-то можно, на самом деле. Потому что я, блядь, пиздец голодный, нахуй. Сейчас не хотите есть. Бля, может я сам буду определяться, что я хочу, а что не хочу. Погнали дальше кататься. Томат съел, чувак. Подождите. А, все-таки цвета могут быть разные, да? То есть я могу повозку свою. Бля, что за ливень, нахуй? Мой конь промок вообще. Вообще, мне нужен чел, который будет на коне сидеть, ничего? Снимаешь? Конечно. Конечно, снимаю. Как-то. Вот, чувак, как. Вот ты сейчас смотришь. Как такое можно не снимать? Объясни мне, пожалуйста. Это же, блядь, ну это же. Ой, бля, ебнуться можно, блядь. Просто два коня ебошут. Две повозочки, друзья. Ну, нормальная тема. Через туман, блядь, меня аж передернуло. Чё, передернуть? Блядь, конь, тихо, ёбаный рот! Его чуть башню не снесло. Тихо. Подождите, пацаны, я же могу. Ну, такое, блядь. Тихо, конь, давай, тащи, ёпта, ква... Там конь улетел один. Шо, почему я заглох? А, я не заглох, просто... Конь на выхлопе, блядь! Ебать, ребят, чтобы спасти коня... Нет, стоп, я придумал, друзья. Ага, я ж хитрый, блядь. Еще тот, блядь, хитрюга. Хлеб, блядь, ебучий. С повидлом, блядь. Пацаны, чтобы спасти коня, нужно срочно поставить лайк. Он балансирует между гранью, просто на грани смерти, блядь, и... Ну такое, блядь. Бля, это просто пиздец. Ебать. Пацаны. Я не знаю, что вы видите. Вот просто, понимаете... В час 44. Что происходит на сервере Trinity? Вот эта хуйня происходит. Жаль, вы не видите. Жаль, вы реально не видите, что происходит. Это пиздец просто. Я немножко не попал по цифрам. Можно я прыгну все-таки? Я, конечно, не подстрекатель, но конь должен выжить. Бля, хуй тут пропрыгни, что еще? Сейчас разгона будем брать. Пацаны. Реально, кто думает, что конь выживет после такого? Бля, конь дымится, сука, надо чинить его. А чем его чинить? Овсом? Чё, овсом? Овёс? Блядь! Ёб твою, налево! Бля, коня жалко, реально, перевернулся, все нормально. Пацаны, вы где? Шелби стоит, смотрите-ка. Там что-то взорвалось, по-моему, кто-то... Что? Нормально, блядь. Ну, дрифт на коне это, блядь, уже зашквар, по-моему, какой-то, нет? Приехал такой на автошоу, раздаешь бочком на коне на своем. А передом он не дрифтит. Вообще он передом хуёво едет, если честно.
Так вот, друзья, объясните мне, пожалуйста, как чуваки меня... Ох, ебать, я думал, это они? Ёбаный, нихуя себе дрифт устроил. Шо? А чё он так боком-то едет? Фига дрифтун. Нормально вообще? Как ты это сделал, чувак? Просто бачком выехал. Ребят, можно просто под какую-нибудь музыку, я не знаю, в группу ВКонтакте. Это было очень... Ну, это было сочно, как он залетел в поворот. А, у меня же тоже есть дрифт-мод, блядь. Пацаны. Ну, как бы я совсем ёбнулся, да? Дрифт-мод на повозке. Бля, ебануться можно, блядь. Просто шо, блядь, только я... Блядь, это пиздец просто. Это просто полный пиздец, если честно. Я не знаю, что люди видят вокруг. Ну, как бы, ладно, копы. Ну, хули. У меня права категории К есть? Конь, блядь. Права новой категории, ёпта. Так, мне нужно срочно подчиниться и перекрасить коня. В смысле, не коня, а то, что сзади меня. Ну, фига себе, рифм. Чувак не в ту сторону дрифтанул немножко. Ну, ладно. Блядь, это просто ёбнуться можно, ребят. Не на... А почему только сейчас закрывается шлагбаум? Можно вопрос? Чё за отставание вообще? Как бы я там поезд прошел уже, а то... Ну, ладно. Так, цистерна, да? Угу. Блядь, чем подкрепиться ослу моему? В смысле, не ослу, а этому, блядь, коню. Это, в принципе, не так важно. Так, короче, надо... А, ну правильно, у меня же такого цвета, блядь, инфернус-то был. Когда я пытался, ну, такой челлендж выполнить. Опа, я так понимаю, все на этот цвет, да, Ну, такое, бля, когда конь уходит прямо в стену, это, честно говоря, ну, такое. Так, ПНС. Че у меня, ПМС? Так, конь, не дымись, блядь. Не надо, не грусти. А, перекраска. Белый. Белый. Вот, блядь, это я понимаю. Рента Мори. Рента Мори, привет тебе. Привет тебе. Ты красавчик, круто дрифтишь, и конь у тебя пиздатый. Это же, я не знаю, это его был, правда, конь, или второго чела. Он, кстати, походу, вылетел, второй чел. Пацаны, ну как бы я не знаю, что еще сказать про это все. Да, все моды, как бы вы, я думаю, я не знаю, оставлять ссылки, пишите вообще на будущее просто как бы. Я обычно как бы экспериментирую с мод. Стоп, подождите, вот с этого момента поподробнее. Во-первых, у меня снова конь задымился. Во-вторых, мне интересно, я вот как сейчас на Инфернусе, боком ехал, блядь, или как вообще? Потому что... Да, это, кстати, Инфернус, я, по-моему, я не помню, сказал об этом или нет. Погода вообще шикарная, блядь, конечно. Ёбаный конь загорелся, сука! Конь, блядь! Блядь, хорошо, что я этого не увидел. Жалко коня. Чувак, можно я к тебе прыгну? Эх. У меня печаль. Мое транспортное средство... Средство уничтожено. Не. Спасибо. Такая погода, кстати, романтичная. Я бы подрочил в машине прямо там. Ух, ебать! Хуй, полиция. А, полиция! Нихуя себе! Можно я тебя чмокну в ушко? Бля, это опасная хуйня. Бля, пизда-то у него тут столько приборов у тебя, такие большие. Приборы, блядь. Что, посмотри на меня. Делай, как я. Я уж передал, я просто не отвечаю, всегда передаю по факту, как бы, ну, в смысле, когда просят, я передаю. И вот так, смотрите, а, окей, язычок такой, ой-ой-ой, пацаны, бля, реально романтик, да, романтик, уник перфоманды, короче, ребят, конь заебись, джип заебись, в котором я сейчас еду, интерьер заебись, рента заебись, погода заебись. Обстановка заебись. Вообще все заебись, короче. Бля, охуенно я сижу тут, конечно. Бля, вообще просто, смотрите, просто... Просто кайф, блядь. Просто, бля, едем с чуваком. Правда, окон нет, холодно, блядь, дождь попадает. Ну, похуй. Нормально, наваливаем. На каркасе, блядь, тут джип, да, вся хуйня. Ну, заебись. Куда мы едем, правда, хуй поймешь, ну да ладно. Короче, ребят, спасибо всем за просмотр. Ставьте, куда едем? Да, хуй знает. Просто наслаждаемся погодой. Наслаждаемся. Я боже, даже в эту... Наслаждаемся. Ёбаный туман. Погодой. Что, так поменялась она? Хуя себе, бля, какая переменчивая погода. Как в Питере прям. Ну ладно, все, ребят, увидимся. Лайк, если понравилась серия. Подписывайтесь на канал, если тут впервые. Комментируйте. Туман. А, он писал, ух, туман. Комментируйте и, друзья, до новых встреч, всем удачи и всем пока-пока.